Быть студентом – занятие приятное и выгодное. Уже не ребенок, но еще и не совсем взрослый. А главное, можно себе позволить то, что ни те, ни другие не могут. Максим Глушенков относится к тем студентам, которые успевают хорошо учиться и вести активную деятельность в своем учебном заведении. Он входит в состав актива техникума, танцует в коллективе «Рэп-тайм», участвует во всевозможных конкурсах и фестивалях. Я стараюсь просто делать так, чтобы у меня на все хватало времени. То есть распределяю. На уроки одно время, на занятия другое. Максим вместе с другими активистами готовится к участию во всероссийском онлайн-конкурсе «Команда арт-профи». Ребятам предстоит пройти несколько этапов. Сейчас они создают небольшой двухминутный ролик, который должен представить не только команду студентов, но и весь вуз. Согласитесь, задача не из легких, ведь времени так мало, а рассказать хочется о многом. Ребята уверены, что их сплоченная команда из лучших студентов техникума обязательно справится со всеми трудностями. Современный студент в моем понимании, этот человек должен быть инициативным, креативным и, думаю, сообразительным. Чтобы в нашем мире нужно крутиться, и без этих качеств довольно трудно будет человеку. Для студентов Ленинско-Кузнецкого горно-технического техникума День студента, можно сказать, один из самых важных праздников. В техникуме в этот день пройдет праздничное мероприятие. Будут определены лучшие студенты этого года. Максим в числе организаторов этого конкурса. День студента – это определенный праздник. Я бы пожелал терпения педагогам, а студентам побольше свободных дней. Вот и выходит, что современный студент – это активист, который горит новыми идеями, хочет себя реализовать, но и про учебу не забывает. И это не может не радовать. Виктория Спицына, Василий Обухов, Ленинск ТВ.